А перед началом этого видео я попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Вам не сложно, а нам приятно. Дядя, продайте мне, пожалуйста, хэппи-милы и картоху фри с сырным... Скрэч, привет. Привет, Флоска, какая картоха фри? Ты чё, Макдональдс открылся? Да, походу, смотри, Макдональдс, тут много продавцов и кифси есть. Да ты чё, издеваешься? Он вообще даже не едой торгует, он бедный продавец. В смысле, о чем он торгует? О, нифига себе, я могу землю на серебряную монетку, а зачем оно мне надо? Стой, подожди, серебряная монета дешевая валюта для бедных, и за нее мы можем купить какие-то инструменты. Топор бедняка немного лучше, чем деревянный, слушай, прикол, десная тема, мне нравится. Стоп, подожди, здесь есть бедный продавец, обычный продавец, какой-то банкир, состоятельный продавец и богатый продавец. А что у богатого? О, пачка денег, посмотри. Что там? Пачка денег, крупная сумма, и можно купить какие-то денежные инструменты. А выглядит так, как переливается. Мне нравится. Тут даже есть состоятельный продавец с дорогими инструментами. Видимо, Флачка, сегодня нам нужно будет дойти от богатого до миллионера. Я только за, мне нравится. О, пачка денег за золотые монетки. А где золотые монетки? Погоди, это выходит, там нужно 32 серебряные монетки. За это ты получишь одну золотую, а там нужно сколько золотых? Там нужно 32 золотых, чтобы получить пачку денег. То есть мы начинаем свой путь от бедного продавца, и нам нужно по-любому купить топор бедняка и кирку бедняка. Походу, да. Нам нужно, короче, 6 семян и 4 земли. И где? О, семена. Куда? Я занимаюсь семенами. Меня побежала. Ну-ка, погоди, давай, короче, кто быстрее. Кто быстрее заработает денег и купит что-нибудь? Блин, у меня вообще ни одно семя не упадает. Я купил одну серебряную монетку, теперь смотри, Влашка, смотри. В смысле смотри? Куда смотри? Где ты? Во, смотри, что в руках есть. У меня тоже такая есть. Смотри, опачки, все. Мне даже опыт дали. Да, опыт еще за это дают. И слушай, нам нужно накопить 12 серебряных монет. Но, кстати, мне кажется, землю быстрее добывать, чем семена пшеницы. Так я и говорю, давай проще мы с тобой сейчас накопаем немножко земелечки и просто ее продадим. Так, ну слушай, я сейчас земли уже 12 штук добыл и покупаю у него. Получается, целых 4 монеты у меня. 4, так, а у меня 8, 9, 10. А сколько надо на 12 монет земли? Флажка, у меня для тебя подарочек. В смысле? Какой подарок? Ты что там купил? Ты где? Я не купил. Держи, лабутены в кузнице нашел. Лабутены? Ты мне постоянно даришь лабутены. Как я вам, ребята, как я вам? Красиво. Так, Флачка, нам нужно срочно уже продвигаться по карьерной лестнице, потому что прямо сейчас мы с тобой какие-то бомжи, у нас абсолютно ничего нету. Так я тебе и говорю, вообще ничего, и уже темнеет, скоро спать надо будет. Уже темнеет, да. Так, интересно, мы сегодня с тобой успеем создать вот эти вот денежные инструменты? Мне просто интересно, что нам будут давать эти вещи. Может быть, это просто обычное, но немного улучшенное, а может быть, в разы круче. Я хз. Я тоже не знаю. Так, у меня уже 6 монет, и скоро я куплю либо топор, либо кирку бедняка. И, в принципе, если мы купим какой-нибудь топор, то мы сможем очень быстро нафармить денег на кирку. Так, Флачка, перед нами прямо сейчас стоит выбор. Мы можем сделать с тобой лопату, чтобы землю быстро добыть, либо продать дерево, потому что 2 дерева это целая монета. В смысле? Зачем нам это дерево нужно? Мы берем лопату и в разы больше добудем этого самого, как его там, земли, и землю потом продадим ей. Ну, в принципе, логично. Так, ладно, давай, деревца у нас уже есть. Ставь верстак. О, ты уже сделал верстак. Молодец, Флашка. Спасибо, все, я сделал лопату. Я тоже. Так, сколько там, 4 земли, это одна монета? Да, у меня уже 8. Мне 16 земли нужно, у меня есть первый инструмент. Давай тебе один инструмент, а мне второй. В принципе, можно и так, но я тоже себе топор хочу, потому что нам нужно по-любому будет заработать на новую кирку. А я с тобой поделюсь. Ну, ладненько. Так, все, у меня 24 земли, я наконец-таки иду к бедному продавцу. Все, у меня 12 монет. И 6 уровень, офигеть. Погоди, ничего себе, тебе много дали. Ну-ка, погоди, бамс. У меня 15 монет и 3. Почему у тебя больше, я не понял. Не знаю, так, что покупаем? Что ты хочешь, топор либо кирку? Я хочу себе, наверное, кирку. Немного лучше, чем деревянная. Все, я купил кирку. А я топор. Ой, кирку тоже. Да, Фласка, ты издеваешься? Я не знала, все, тихо, не кричи. Давай по-быстрому добудем еще земли и купим один топор на двоих. Один топор на двоих, но слушай, нам топор по факту и не нужен, потому что топор по факту нужен только для того, чтобы быстрее добыть дерево и быстрее купить себе кирку. По факту так-то. Так, ну по факту топор нам не нужен, я хочу проверить скорость этой... О, кстати, она реально лучше, чем деревянная, она прям быстро машет. Слушай, машет быстро, а копает, наверное, чуть-чуть побыстрее. Что она вообще дает? Погоди, она спешку накладывает на нас? Она накладывает спешку, когда в руках у нас находится. Так, погоди, это все мы дом жителя-то разбираем. Потому что мы прямо сейчас с тобой отправимся к новому продавцу, а именно обычному. И у него мы можем 8 булыжника на 4 серебряных монеты менять. Может, пойдем тогда в шахту, а? Ну, в принципе, да. Можем тогда отправиться с тобой в шахту и быстрее купить себе офигительные инструменты. Кстати, здесь еще неплохой топор на остроту 1. Ты что, на него напал, что
нападали. Нет, я на него не нападал. Давай топоры нужно срочно покупать. Да какие топоры? У меня денег нет. Погоди, меня кто-то бьет, меня почти бьет. Так, Флашечка, я добыл 12 булыжника, и сейчас я куплю себе новую кирочку. Точнее, не кирочку, а топор, подожди, на меня голем опять идет. Пусть идет, а то что только мне достается. Ну, я хочу топор сделать, перегрей его, пожалуйста, я топор сделаю его сейчас и уработаю. Так ты, Манси, что ты не умеешь, что ли? Где мой манер? Я манер все потерял. Кого вообще потерял, Давид? Он меня сейчас убьет, если хоть один раз до меня докоснется. У тебя монетки пропали? А, не-не-не, все, я их на... Так меня же это... Все, смотри, Флашечка, что у меня есть. Топор? Да, на 7 урона целых. И тоже накладывает спешку. Вот иди сражайся с ним, а я добуду еще немножко земли. Так, Фласка, у голема осталось, по-моему, совсем немного хп. Да я тут зомби разбираюсь, я иду помогать. А, ты с ним разобрался. Кстати, Скретч, у меня тоже есть топор бедняка. Топор бедняка? Круто. Погнали с тобой в шахту за угольком. И нам нужен целый стак монет на каждого. Это чтобы купить новые инструменты? Да, но хватит 16 угля. 16 угля это как раз таки стак серебряных монет будет. Не, ну знаешь, все-таки 16 угля добыть легко на самом деле. Ну да, я уже нашел тут уголечек и начинаю его копать. Давай копай, я пока что соберу себе пропитание. С тобой делиться не буду, потому что ты работаешь на благо себя, а я работаю. А я не собираюсь работать на благо тебя и меня. Я вообще-то хотел добыть уголек и с тобой поделиться, как только себе соберу. Ну смотри, мне я слежу за тобой. Так, Флашечка, я добываю последние 4 кусочка угля, и у меня будет 16 угля, и нужно поискать его еще тебе. Ничего себе ты быстрый, я нашла на самом деле уголь, я 2 штучки уже добыла, 3, 4, 5, 6, короче, 6 угля я тут нашла. А нет, 7 еще есть. Я могу тебе помочь, я могу купить инструменты и купить тебе кирочку, которая будет круче. Кстати, по факту, на самом деле у меня уже 10 штук, поэтому пока ты добежишь, я думаю, я уже 16 набью. Ну, в принципе, логично. Так, ладно, я пока с ним поторгуюсь немножечко. Привет, братишка. У меня, кстати, 4 лишних монетки. Могу тебе их подарить. О, слышь, выглядит козырно. Я тоже такие хочу, я тоже такие хочу. И мне интересно, насколько они будут... Офигеть, вот это скорость. Ну, чё там, Фласка? Я купила то же самое, зырь, какая красивая. Да, так, оно, а топор сильный, у него целых 10 урона. Неплохо, вы уже не такой бедный, мне говорят. По факту, ну-ка, погоди. Дай-ка я дам тебе еду, на. О, спасибо большое, а я тебе вот это, подарочек. Монетки? Ты мне дал 8 монет, но не хочешь что купить. Походу, все, мы тут купили все, что надо. Ну да, так, дальше идет состоятельный продавец, и здесь уже золотые монеты и дорогие инструменты. Хорошо, это значит, нам нужно где-то золото найти и алмазы, верно? Да, золото и алмазы, это на самом деле очень сложно, но здесь эти кирки на офигенную удачу и на офигенную остроту. Я хочу вот эту кирку, мне нужно 8 монет, а значит 8 золота найти, в принципе, не так сложно. Смотри, или у банкира 32 серебряных монеты мы можем менять на одну золотую. Идти добывать уголь, я бы пошла лучше что-нибудь новенькое золото подобывала. Ну да, но ты учитывай, что у нас еще неплохая кирка на удачу, то есть уголя будет выпадать больше. Иди сюда, здесь есть дырдочка одна, где много всего. О, погнали, погнали. Так, и надо заодно и золото поискать, и всякое такое, и главное не разбиться. Уголь, кстати, падает все равно почему-то по одной штучке, даже с удачей. А почему? А удача... Что? Не-не-не, иногда по 2-3 штучки падает. Нормально, нормально. А, так это просто какая-то вероятность, что выпадет больше. Да, но это всего лишь-то удача один, но как только у нас будет удача более большого уровня, там будет вообще капец. Я уже добыла 16 штук угля, между прочим. У меня 30. 30? Ты где столько нашел? Да здесь огромная залежь угля, я сейчас его покопаю, и нам нужно будет с собой отправиться все-таки за золотом и алмазами, чтобы быстрее нафармить то, что нам нужно. Привет. Ну, в смысле, у тебя большая залежь, а я свою уже выкопал почти всю. Ну, давай, давай, мне не жалко, делюсь. Все, выкопали. У меня 27 штук. А у меня 47. Неплохо. Как думаешь, нам хватит на кирку? Нет, конечно, потому что, смотри, 16 угля, это, получается, стак серебряных монет, то есть 2 золотых. Всего лишь 2? Так погоди, может, мы просто твое золото где-то найдем? Может быть, в сундуках найдем кусочки золота? Точно, руинный портал, там можно найти. В руинном портале, реально. И еще нам нужно с тобой... Ай-яй-яй-яй! Чертовы скелеты, как они меня бесят. Ищем алмазы и золото. Нюх-нюх-нюх. Я вижу золото, правда, немножко? По-моему, за один кусочек золота дают одну монетку, правильно? Ну, так одна монетка, это уже больше, неж... Оу! Где? Я тебя спасаю! Да я вижу! Откуда их столько? Вот черти. Фласка! Чё, там много залеж? Не, выпало 4 золота с 3 руд. Все-таки удача на кирочке, это крутая тема. Так я тебе говорю, неплохо. Тихо, скелетик,
на пол. Тут есть что-нибудь. Да, иди ко мне, здесь есть еще золото. Так, я пока добуду вот это вот. И мне кажется, нам хватит на дорогие инструменты. Ты думаешь, нам всего хватит? И разве много добыл этого золота? 11 золота у меня целых. 11? Ну это на 2, наверное, в общей сумме. С учетом угля, которого мы добыли. Если честно, не знаю. Ну, в принципе, можем с тобой сбегать, если что, в шахту потом вернемся. Фласка, ты это видишь? В смысле, кузница, да, и чё? Так, кидаем сюда половинку золота и сюда половинку золота. О, погоди, чё-то как-то много, ну-ка, 12. Нормально, все, ждем, пока переплавится. А ты что там делаешь, обмениваешься уже и без меня? Офигеть, у меня 14 уровень, да я просто захотел весь уголь сразу обменять. И булыжник можно обменять. У меня 2 стака и 16. У меня 2 стака 52, и на тебе еще 7 булыжника, у меня просто не хватило немножко. Не хватило немножко, так, погоди-ка. Еще плюс парочку монет, короче, 2 стака и 22. И у меня, я тебе скажу, целых 5 монет. 5 всего. Монет у меня... У меня всего 4 монетки. Всего 4 монетки? А Лёд. Здесь, чтобы купить один инструмент, нужно 8 монет. Ладно, Флачка, дарю тебе 4 монетки, покупай что-нибудь. Погоди, а ты что-то купил? Нет, я ничего не купил. Так давай подумаем, что купим, дорогую кирку? Я не знаю, но у меня уже 11 монет, и я могу себе купить... Топор. А у меня кирка. Офигеть, посмотри, как классно они выглядят. Дорогой топор, ты смог себе это позволить. Эффективность и острота. А у меня удача и эффективность 3. Ну, неплохо, неплохо. Удача 3 это очень классное зачарование. А я тебе о чем? Халява. Блин, мне не хватает всего одной золотой монеточки, чтобы купить то, что мне нужно. А для этого нужно 4 золота. А у тебя сколько монеток? Одна. Блин, нам этого золота не хватит. Но, так как у нас есть дорогой топор, чисто теоретически, офигеть, быстро он дерево добывает. Ну-ка, погоди, давай попробую разломать дом. Ну, неплох, неплох, смотри, как ломай, смотри, как ломай. Да, мы можем сразу и булыжник, и дерево потом поменять, чтобы нафармить золотых монеток себе. Точняк, точняк, тогда что, всю деревню разбирать будем? Ну, почему бы и нет, просто в шахту идти еще раз. Я не хочу пока что. Так, подожди, и самый последний, кто остался, богатый продавец. Но здесь нужны пачки денег. Или один изумруд. А тут... 32 золотых монеты на одну пачку денег. Так это нам нужно идти с тобой уже и добывать алмазы и золотые слитки. Ну да, и это... Ну, это очень дорого. Мне кажется, легче всего добыть вот одна денежная кирка, это 2 изумруда. 2 изумруда? Да. А если тут есть другие жители, которые продают изумруды? Погоди, в смысле изумруды нам нужны? Так мы же можем поторговать с жителями, правда? Ну, а только никто, по-моему, не торгуется. Фласочка, 11 комочков глины на изумруд. Офигенный житель, нам даже в шахту не придется спускаться. Ну, неплохой. Слушай, торговать тебе с ними придется, потому что, походу, я их когда-то, стукала. Я тоже их стукал, и он немножко цену повысил там, так скажем. Фласочка, иди сюда, будем с тобой глину добывать. Так, а ты где? На берегу реки, просто прямо по дорожке шел, и тут река. Понял, сейчас приду. Так, ты видишь глину? Вижу песок и гравий. Вижу, вижу глину, иди сюда, вон глина, 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 глина. Так, погоди, сейчас разберемся, кстати, оба. Где ты глину видишь? Вот, вот тут вот, вот прям вот тут вот. А, вон он, реально, блин, жалко, они не продают никакие классные лопаты. Так, в смысле, сейчас мы какую-нибудь обычную лопатку сделаем, так палочка есть. Смотри, Владочка, получается, нам нужно с тобой в общей сложности 22 куска глины на один инструмент. На один 22 куска? Слушай, на самом деле неплохо, у меня 24 штучки я подобрала. О, ты уже можешь купить себе один из денежных инструментов. Серьезно, вот это халява, вот это халява. Так, копаем, копаем. Жаль, только мы в воде очень долго копаем. Да, так, знаешь, как сделаем, давай? Я сейчас тоже добуду себе 24. Все, у меня 24. Погнали, купим себе по инструментику. Ты топор, я кирку. Побежали. Надеюсь, у него товаров хватит. Так, привет, братишка. Я купил 2 изумруда. Давай, давай, давай глину. Или ты купи. А, слышь, я могу с ним за 10 покупать. За 10? Да, у меня 2 изумруда. О, все, у меня тоже 2 изумруда. Идем к богатому продавцу. Все, у меня пачки денег, 4 штуки. У меня тоже 4 штуки. А сколько тут всего? Крупная сумма написана. Крупная сумма. Так, ты кирку или топор себе? Топор 60 урона. Я хочу кирку, я хочу. Все, я взял кирку. Так, я взял топор. О, посмотри, как он был. Погоди. Ой-ой-ой, подожди. Тихо, сзади. Ты видела? Стоп, ты купила топор тоже? Да. Да. Ты же сказала, кирку покупаешь. Кирку, да. Мне деньги дают, когда я на шифте стою. Погоди, а чё, приколюха, это мы теперь миллионерами с тобой будем? Пачку денег на изи просто беру и... Капец, у меня уже куча пачек денег. У меня то же самое. Офигеть, это... Ну она и называется, вот, денежный топор. Смотри, Флачка, у меня 2 денежных кирки.
Зачем ты все выбрасываешь? Смотри, вот эта пачка денег, вот это я понимаю. А, погоди, моя пачка денег, я тоже себе хочу кирку взять. Так прикол в том, что я ничего не выбрасываю. Я на shift нажал, у меня инвентарь забит, и поэтому оно выбрасывается. А что, серьезно, из-за этого? Да. Ты как только заполнишь свой инвентарь полностью, ты начнешь выплевывать. Ну-ка. А почему? Мы теперь что, типа фулл богатые? Да, мы с тобой миллиардерами, мне кажется, стали. А, давай, кстати, затестим кирку. Ой. И попробуем. Я жителей выпустил. Да пофиг, мы все у них купили уже. И все, так а деньги-то зачем? Может быть, мы найдем снова какую-нибудь другую деревню, где будут за эти деньги продавать что-нибудь более крутое. Ну, кстати, логично, но копает дерево и булыжник, это просто очень быстро. Здесь удача еще большого уровня, попробуем добыть какой-нибудь уголь или что-нибудь по типу этого. Давай, сколько добудем. Выпало? 22 угля. 22 с одной? Да. А если алмазы найти, это нам что, много алмазов? Это очень много алмазов. Давай докопаемся с тобой до низа шахты. Погоди, а с булыжником типа то же самое? Нет, булыжник по одной штучке падает. А почему на булыжнике это не распространяется? Не знаю, ну потому что это ж не руда. А, я думал вообще на все распространяется, не только на руды. Короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. Сегодня с Флаской мы стали миллионерами. В общем, всех любим, целуем, видео сливы справа очень интересное. С вами были Фласочка и Скретчи. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.